во дворе, примыкающем к гаражам. Растут деревья, которым больше 70 лет. На сегодняшний день ветки деревьев режут на крыше балкона и его раздавливают. Ветки деревьев должны быть спилены. 2 года назад управляющая компания ООО «Престиж Сервис» обращалась в администрацию Кировского района по поводу опилки этих деревьев. Администрация Кировского района приняла к сведению и ответила сначала, что будет опилка проведена в мае, потом в июле, потом в сентябре. А потом рассказали директор ООО «Престиж Сервис», что на совещании, посвященном подготовке к зиме, кировская администрация ответила, что опилка деревьев произведена. Управляющая компания провела голосование и предложила произвести опиловку деревьев за счет собственников. Предварительная смета по опиловке 2 деревьев составила 60 тысяч рублей. Решение было принято, что произвести опиловку нужно, но после чего люди стали задавать вопрос, почему мы должны за свой счет производить опиловку, если это деревья не наши, о чем имеются соответствующие документы, подтверждающие этот факт. Ну, прошло 2 года, ситуация ухудшилась. Недавно, 3 сентября, с этих огромных деревьев упала ветка, очень большая, которая чуть не убила женщину с 2 детьми и проходящую мимо еще человека. Двор у нас проходной, здесь постоянно ходят люди, дети, постоянно ветки могут падать в любой момент. Я обратилась в службу благоустройства Кировского района. Дендролог Кировского района стала убеждать меня, что это наша территория, на которой растут деревья. На что я ей представила кадастровые планы, указано, что это не наша территория. Она послала меня тогда в архитектуру и узнать собственников соседней территории. В этом случае она напишет им предписание, чтобы ветки были опилены. Ну, на что я и ответила, что я не могу пойти, потому что я никто. Я житель, обыкновенный житель дома. Вот тогда мне сказали, если я не хочу идти в архитектуру, значит, я должна ловить людей, которые приезжают, эта территория гаражей, приезжают туда вечером домой, и узнавать у них, кто собственник. В настоящее время нет ответов ни от администрации Кировского района, ни от дендрологической этой службы. Вот. Ну, мы вынуждены были обратиться в прокуратуру. Пока прокуратура ответила, что заявление принято, пока действий никаких нет. И, наверное, пока кого-нибудь не убьет или не рухнет балкон, никаких действий не будет предпринято.